Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Экс-машина Меридиан 113. Да, в прошлой серии мы с вами немножко пострадали от отсутствия звука. Так, и на чем мы остановились? Мы пробрались вот этим вот роботом в самое сердце роботов. Вот. Также звук сейчас погромче должен быть, потому что посмотрела прошлую серию, когда монтировал все, и звук игры самой, он был очень-очень тихий. Вот это мне, конечно, не понравилось. Так, конечно, все слышно. Вот. И главное, меня слышно громко очень, а игру очень тихо слышно. Вот. Короче, что у нас сейчас будет, мы узнаем после инициализации уровня. Вот она уже заканчивается, смотрите. Смотрите. И откуда вы только беретесь? Вот, задание. Генератор уничтожен, с роботами покончен. Пора убираться отсюда. И бежать с базы со всех ног. Да, у нас тут, как видите, все-таки ноги. Ой, музыка какая спокойная стала. Сейчас нужно вспомнить, откуда я заезжал. У нас компания. Так, компания, она тут у обрыва, если помните, да? Вот там обрыв. Вот там где-то в этом обрыве ребята. Конечно, я туда к ним не поеду. Так, слушайте, а мне интересно посмотреть, что тут это у машины. Смотрите, я в прошлой серии показывал, какой тут этот инвентарь. Лё, смотрите, какой. Вот мы на таком вот роботе сейчас ездим. Да. Я говорил, что типа голову нельзя посмотреть. Вот она, голова. Реально какой-то богомол. Я до этого их муравьями называл, да? Пушки, кстати, не отображаются тут. О, ля, смотрите, центральный процессор. Аккумулятор. Все по нулям, блин. А тут вон что-то какие. Что-то есть, короче. Короче, едем обратно. Давайте я здесь это сохраняюсь. Потому что я не знаю, что сейчас будет. Вроде как показывают, сюда доехать надо. И сюда нужно доехать только одним способом. Вот как мы в прошлой серии сюда доезжали, вот сюда. Потом вот здесь вот по платформам. Я с первого раза вспомнил это слово. Потом сюда. И вот сюда. Вот, не знаю. В прошлой серии я, конечно, говорил, что мы уже близимся к концу. Но как бы. И откуда вы только беретесь? Бля, тихо. Убили. Кстати, кто знает, от чего краснеет экран? Это от какого оружия такое вообще? Хорошо, будем сейчас пробовать с вами преодолевать этот момент до тех пор, пока ребята спавниться перестанут. А, слушайте, нет, это все-таки вот они, ребята эти. Я думал, они где-то там, в недосягаемости, они оказываются, вот, мы оттуда сверху смотрели на них, вон он, заборчик. Тихо. Выходи по одному. Ха-ха-ха.
очень жесткая заруба была. Ну смотрите, одного все-таки мы смогли. Смогли мы сейчас победить. Ну-ка. А, слушайте, мы же назад можем. Вот так вот как-нибудь быстренько развернуться. И не тупить, короче. Вот, а сейчас я назад, короче, поеду. Ну вот, снова боеприпасы тратить. Так, F5. Ой, музыка. Хорошая пошла. А, я застрял. Так, ну одного я победил. Прям уж точно. Надо... Сейчас вот я, видимо, в камень вмазался. Целебный урон, давай. Давай, иди сюда. Ты где? Жизни не так много у меня. Так, едет по мини-карте, вижу. Можно, конечно, сейчас развернуться. Есть. Да у нас компания. Ой, там еще третий. Да вот с третьим я не разберусь. А, слушайте, у меня же там что-то есть на починку. Может быть, вывезу? Может быть, реально вывезу? Так, ну-ка. О! Реально. Так, это что, получается, я только второго победил, да? Так. Так, чинимся. F5 сохраняемся. Повеселимся. Ой-ой-ой. Да заряжайся ты скорее, ну. О боже. Я там вроде сохранился, да? Короче, я... Сейчас, ну-ка. Ага. Перезаряжусь хотя бы. Так. F5. Нажимаем. Сейчас уже выскочит. Сейчас выскочит же. Он застрял. Ой-ой-ой. Зачем мне эти руны?
О, если бы я мог бы их продать как-то. Так, я сох... Да, я же только что же сохранился. Вот это я туплю. Ну вот, снова боеприпасы тратить. Так, тут их двое. Так, один готов. Сдохни, зараза! Зачем я все это подбираю? Мне бы сейчас единственное подбирать бы только вещи, которыми ремонтироваться можно. Так, да, вот этот паром. Сейчас мы на этом пароме еще раз. А, тут смотрите, тут уже дорога встала на свои места. Тихо. Хорошо, преодолели. Так, я вообще хотел карту посмотреть. Так, нам сюда. Я надеюсь, что меня сейчас не прибьют нафиг турели. Хотя, смотрите, вот эти вот подставки, это то, что осталось от турели, на них ничего нет. Я же помню, тут турели были, вы тоже помните, да? Мимо них проезжали, я сейчас смотрел, типа, о, молнии какие тут. Так, это мы вот этот закоулок смотрели. Ну-ка, а там же, я же там все подбирал, да? Я же тут все подбирал. Да. Да у нас компания. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Вот это вот берем. Так. Вот так вот. Ну, давайте вот усилитель возьмем. Подожди. А, это да. Так, куда, куда мне? Не понял, я заблудился. Вот гад, сбил меня. За дороги. С верного пути сбил меня. Сейчас мы разберемся. Сейчас все будет. Главное, сохраним сейчас. А, смотрите, тут уже все. Ну, тут уже не надо ничего гадать. И здесь туры или нет? Выполнили задание. Опа! Эмиссар. Тот, кто испортил всю твою кухню. Зачем тебе подробности? Как ты посмел? Ты разрушил все, над чем я так долго трудился. Не преувеличу. Вовсе даже не все. У тебя остался ты сам и твоя машина. Я сотру тебя в порошок, ничтожество! Ты меня напугал. Можешь считать, что огонь я открыл с перепугу. В смысле? С ним сейчас драться еще надо? А, смотрите, сразу все у нас. Эмиссар Оракула. Ай-яй-яй. Да сколько можно перезаряжаться, ты слышишь? Так. Ну, это самое.
Я думаю, что это босс. Да? Сейчас мы попробуем его победить. Наверное, не с первого раза. Ой. Да. Не знаю, может быть, буду ускорять сейчас все вот эти попытки. Может быть, буду вырезать. Не знаю, посмотрим. Потому что вот на момент записи я пока еще не знаю, как я буду монтировать все это дело. Вот. Но эмиссар Оракула. И что самое главное... это не робот. Оракул, помните, да, в первой части, когда мы проходили? Это был реально робот. Там жучилка такой сидел там. Вот, а здесь как бы мужик какой-то сидит. Будет прикол, если это наш главный герой из первой части. Это, конечно, не точно. Но это, так, знаете, мое предположение, что ли. Вот, короче, сейчас мы попробуем еще раз. Так, ладно, я готов. Только надо... О, где я остановился-то? Да, надо посмотреть, где можно сохраниться, во-первых. Да, слушайте, я-то думал, что я на своем точиле. Робот, собранный механиком. Я-то думал, что я это самое. На своей точиле буду драться с этим вертолетом гендерфлюидным, но придется драться на этом муравье, на богомоле. Давайте здесь F5 сделаю, чтобы... Ну-ка, а сейчас F5. Все. Ну чё, давай. Тихо. Так, а жизнь-то у меня нормально. Так-то. О, отвалилось, смотрите. Заряжайся скорее. Тихо. Врешь, не попадешь. О, смотри, я перезарядился, друг. Победил. Похоже, это какие-то активные записи. Попробую их включить. Получилось. Выдержки из архива. Именно на этом континенте, близ городка Розвелл, в 1974 году совершил посадку неопознанный летающий объект. Место было моментально оцеплено армией, и никто так и не смог увидеть пришельца из... Эмиссар Оракула, отчет номер 11. Моя миссия по поиску второго летательного аппарата Ньери встретила неожиданное сопротивление местных жителей. Любые вопросы встречают насмешки и непонимание. В связи с невозможностью далее тратить время столь бесполезно, считаю возможным перейти к тактической схеме «Удар». На момент отправки этого сообщения мной взят под контроль значительный регион. Летающая тарелка не обнаружена. Эмиссар Оракул, отчет номер 15. В ходе операции по разведке и зачистке местности мной захвачен в плен местный житель, согласившийся на сотрудничество. Полагаю, это даст мне значительные преимущества в поисках. Это, наверное, ветер. Ты тот самый человек, который спрашивал сеть об ангаре. Нет, вам известно его место расположения?
Вот это поворот. В смысле, так он жив? Что за информацию об интересующем меня объекте вы хотите? Быстро владеете мощными машинами и дробным оружием. Поделитесь со мной всем этим, и я не только найду вам ваш ангар, но и помогу зачистить территорию вокруг него. Я должен подумать. Ну хорошо, вы получите требуемое. Отличное решение, сэр. Да, еще хочу предупредить, тут неподалеку должен болтаться Никитин, по кличке Бродяга. Так. Он один из самых серьезных бойцов известных. Он, это, жив? Делайте с него при первом удобном случае. Хорошо, я учту это. Я не доверяю этому человеку, но он жаждет власти. И получив оружие и машину, отправиться уничтожать противника там, куда еще не добрались мои роботы. Таким образом, он выполнит необходимую мне работу. Ну, сэр. Ну, да, слушайте. Я достану тебя даже на краю земли. Я... О! Наша машина. Слушайте. О, друган, здорово. Так, слушайте, вот она, наша машина. Давайте я сохранюсь. Слушайте, так это оказывается не еще не этот самый. Не финальный босс. Так, 700 косарей у нас. Это во-первых. Во-вторых, хочу посмотреть задание. Так, вот это вот сюда нам надо ехать. Так, догнать Сэм. Сэм обманул меня, но я этого так не оставлю. Ни одна подлость не должна оставаться безнаказанной. Ну так-то да. Ладно, сейчас мы... Я надеюсь, что роботов уже не будет здесь. Потому что чисто логически мы этих роботов выбивали. Короче, ладно, будем сейчас... Будем сейчас ехать по стрелочке. Я думал починиться. Но жизнь у меня и так нормальная, я считаю. Я считаю. Так, ну-ка. Что у нас тут? Никого нет? Может реально в город съездить? Кстати, вон там что-то, какая-то постройка интересная. Да, ну Сэм натравил на нас. Натравил на нас эмиссара Оракула. Все-таки вот этот эмиссар, он был связан с Ньери. То есть это та самая тарелка летающая, которая упала на другом континенте, на котором мы гоняли в первой части. Вот. О, тут уже А, нет, я думал, что уже тут это самое другое. Да, тут все-таки проехать как-то можно. Сейчас я только попробую. Ну, давай. Хорош. О, тут, блин, опять гонять здесь надо будет, да? А тут реально нельзя никак проехать? По-другому. О, помните, да, тут я ездил. Опа-на. Так, тихо. Оружие не стреляют. Это вот, блин, всегда такая вот фигня. Так, минус боевой робот. F5 делаем. Вот это я снайпер, конечно. Так, что у тебя тут есть? О, починиться можно.
починиться, заправиться. О, там что-то лежит, смотрите. Так. Так, мы тут опять сохраняемся. Перезаряжаемся на всякий случай. Так, это оно по карте нам куда, интересно? Дорога в земле Сейма. А мы где? Не понял, где мы. А, смотрите, мы срезали вон как. Нифига себе. Ну, Сэм, берегись. Так, только вперед. Только вперед, ни шагу назад. Так, а мы по пути можем заехать, например. Да, на заправку можем заехать, короче. Чтобы починиться, заправиться. Так, вон вижу выход из локации. Вон он, мост. Хорошо. Я хотел починиться, ё-моё. Ладно. Так, поедем Сэма бомбить, видимо. Мост взорван. Это дело рук Сэма. Что же делать? Механик, на связь, это я, Бродяга. Дружище, мне необходима твоя помощь. Приветствую тебя, друг. Я не могу тебе помочь. Как же мне нравится этот мужик. Мне нужно перебраться через Великую реку, но мост, по которому я попал сюда, взорван. Дался тебе этот мост. Переправляйся паром. Это проще и надежнее. Ты серьезно? Что за паром? Самый обычный паром, который переводит всех желающих через реку. Так сказать, он долгое время не работал, потому что на том берегу не горел маяк. Но как я недавно узнал, путеводный огонь восстановлен, а значит, этот путь снова открыт. Отлично. Рассказывай дорогу. Это недалеко отсюда. Но есть одна загвоздка. У парома снят дверь. Лопни мои шины. Какая зараза его сперла. Его стали люди из племени нелетающей машины. Мотором парома они хотели поднять свою святыню в воздух. Но у них ничего не получилось. Сейчас я к ним съезжу. И так их всех в воздух подниму, что они три дня потом не приземлятся, ядрен бензин. Стой тут, никуда не уходи. В смысле? Кто стой? Да. Вот это, конечно, раскурочило мост. Но зато мы сейчас можем заехать на заправку. И тут мы, короче, можем починиться, заправиться. Так, а мы можем посмотреть что-нибудь? Нельзя продать, ладно. Так, карта. Что ты мне покажешь? О, потерянная. Это прямо сюда нам надо ехать, да? Да уж. Как-нибудь тут срезать-то можно? Сюда? Карта. Да, смотрите, сюда сворачиваю. А, сюда, здесь мы вроде ездили, да, помните? Здесь по нам хотел проехаться камень. Ну-ка, показалось. Да, вот этот Сэм, он мне сразу показался каким-то
как каким-то подозрительным. У него какая-то была слишком навязчивая, тихо, идея. А я где? Ага. Не туда свернул, короче. А, ну, зато сейчас мы посмотрим, что тут есть. Такого. А, тихо, ладно, хорошо. Так, это пушка. Автостоп, который мне не очень понравился, на самом деле. Циклоп. Никогда с циклопом. А, не это самое. Не ездил. Так, а это что такое? А зачем мне вот эта штука? Непонятно. Сейчас я ее как-нибудь поменяю на что-нибудь. Артиллерия не нужна мне. Да, я тогда ее продам. Так, а что у меня здесь? Управляемость 3%. Мощность. Так, мощность, управляемость по 4%, скорость, мощность. Я даже не знаю, смотрите, скорость, мощность, либо бензобак. Давайте вот так я сделаю все-таки. Да, было бы тут две клеточки такие, я бы на самом деле бы еще бензобак взял. Так, просветитель Том. Вот это я хотел посмотреть. 486. Так, а здесь у нас... У меня 449. О! Слушайте. Ля, смотрите. Класс. Это, наверное, очень классно получилось. А, давайте посмотрим, что тут можно купить еще тогда уж, помимо автостоп, рапира. Давайте рапиру куплю. Вот так. Два дума, четыре. Так, пушка. Это же артиллерия, да? Я, конечно... Вот так вот еще куплю. Да, видите, рапирка, она все-таки будет у меня стреляться. Стреляться не всегда, короче. Да, поэтому у меня остается два улучшения на энергетические. Оружие. Так, давайте теперь поедем по назначению. А, тут смотрите, тут, наверное, можно вот так вот проехать. А я-то думал, мне сейчас нужно вот так вот как-то проезжать. Ладно, хорошо, сохраняюсь. Так, а мне куда? Сюда, наверное?
Не понял. Да, вот в эту сторону. Ах ты, вот-то где. Чуть-чуть покоцал меня. Гад. Так, ну-ка. Тут какие-то части летают, видимо, от того, кого я победил. Чё? Взрывы какие-то, блин. Да ну их нафиг. Так, мне вообще... Куда? А вот по дороге, смотрите, приехал. Так, вот мы приехали в город Потерянное. А зачем я это сделал? Непонятно. Мисклик. Так, у вас что тут есть? Кроме консервов. Один еще один. Ну-ка. Испепелитель или огнемет? Давайте я рапиру все-таки продам. И куплю еще одну. Еще одного Одина, да? Пускай у нас будет полностью скандинавская. Скандинавская машина, да? Огнестрел. Огнестрел. Тоже огнестрел. Так, а тут. Броня. Кого? Вот это вот я бы взял. Вот это вот даже получше. Плюс 6%. Управляемость плюс 4. Так, это заправимся. Хорошо, смотрите. Вот, и давайте... Староста Джек. Приветствуем тебя. До нас дошли слухи, что именно тебе мы обязаны избавлением от страшных роботов. Так и есть. Как мы можем тебя отблагодарить? Очень даже легко. Я знаю, что вы сняли двигатель с парома, верно? Это действительно так. Но до сих пор он до сих пор лежит в сарае с прочими запчастями. К сожалению, он нам не подошел. Отлично, раз он вам не подошел, то, может быть, вы отдадите его мне? Прости, но это невозможно. Все, что может пойти на дело подъема нашей святыни в воздух, должно оставаться у нас. Может быть, нам удастся поменять этот двигатель на что-то другое? Давайте я заплачу вам за него. Давайте я вам заплачу за него. Интонация не там просто была. На эти деньги вам даже легче будет получить необходимое. В твоих словах... Есть смысл, но цена будет высока. 100 косарей. Да ладно, я вам 4 раза могу так заплатить, ребята. Дороговато за старый мотор, ну ладно, у меня мало времени. Выполнили задание? Так, давайте я тогда сделаю вот так. Да. Я думаю, что можно сейчас закончить закончить данную серию. Вот, паром — это теперь единственный способ пересечь реку и нагнать Сэма. Да, сегодня у нас и так серия получилась очень классная. Мы с вами победили вертолет эмиссара этого самого оракула, да? И это был босс небольшой, я так понимаю. Вот.
Поэтому какой-либо движухи еще тут достаточно будет. Вот. Нам осталось догнать Сэма и разобраться с ним. Он оказался предатель. Да, вот это поворот, конечно, но на самом деле лично мне это было как-то очевидно, что какой-то он такой это самый. Да. Непростой мужик. Вот, я сейчас сохраняюсь. Вот. Да, все сохранилось. Меня просто сбила с толку загрузка. Так, ну-ка, кто? Нифига себе. Что, дурак, что ли? Урал-бандит. Чуть не убил меня, а? Зараза. Вот, понял? На тебе. Ой, там еще двое. Еще трое. Где-то там сверху. Ну-ка. Ребята, я здесь. Ой, ладно, не буду я с ними сейчас связываться. Ой, нифига себе, зацепился за дерево. Вот. Если захотят, приедут. А я сейчас сделаю вот так. Да, все, что можно было продать, я продал. Постройка там, видите, красивая, прикольная. Сесть туда и смотреть вдали. Классно. Короче, вот сейчас я сохраняюсь. Вот такая вот серия получилась. Всем огромное спасибо за просмотр. Это была игра Эхо-машина. Меридиан 113. Вот. Да, я думал, что вот эта серия будет последней. Вот, но у нас наверняка следующая будет последней. Это точно прям финалочка будет. Вот, поэтому увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Ну а мы увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи. 27. Всем удачи, короче. И всем пока.